Здорово, пираты! Сегодня у нас пришли две посылочки из Китая, сайта AliExpress. Пришли это термометры для холодильника и червячки. Давайте откроем с ним. Червячки для аквариума, ничего не запомним. Так, давайте откроем. Нет, рассмотрим сначала термометры. Здесь у нас QR-код. Здесь у нас кому было. Здесь нету кому было. Отослано. Кому было отослано. Здесь оценена она в $2. Давайте раскроем ее. Они включены. Здесь ничего нету. Здесь у нас два термометра. Вот таких. Они измеряют температуру для холодильника. Так, они работают. Мне прям интересно. Вроде бы работают. Не знаю. Сейчас проверим длину кабеля. Длинный кабель. Короче, нормально. Чуть показал. Нормально. И это такой же. Вот такие вот два пришли с ЖК экранами. Да-да, они работают. Только что двигают. Циферки двигают. Ну ладно. Отставим их пока в стороночку. На задний план. Что-то распакуем червячком. Я боюсь их там порезать. Так, опа. Извините, я нечаянно это делал. Боже мать. Вот такие вот червяки. Я верю, что они там живы. По-моему, они там вообще не живы. Не знаю. Вот такие вот червяки пришли. Конечно, выглядят не очень, это мягко говоря. Ну, пришли, должны это прийти 50 штучек. Я уверен, что здесь есть 50 штук, я не буду считать. Ну и все, пришли эти такие две посылочки, не очень важные для меня, но для папы очень важные. Ну, что еще сказать? Подпишитесь только на мой канал, поставь мне лайк. Ну и все, пока!